наблюдаем, мне тут как будто возвращается. Ну, понятно, они так долго будут еще здесь болтаться. Вот там птичка сидит на дереве. Ой, как сидит на манго. Ну, цыганушечка прилетела. Это умница. Это на все без страха и упрека. Угу. Ну, сейчас улетит, моментально улетит. Нет, взяла с собой. Кому-то полетела. Теперь двое пришли. Что, договорились или как? Или где? Договорились. Вот так и будет. Будут бродить. Там слышите шум? Там ворота делают. На улицу. Ну что, договоритесь. Идите поклюйте зернышки. Поразнообразьте пищу свою. Где-то там орут тоже. Давай, иди. Чего? Иди сюда, иди. Иди, малыш. Озадаченные, озабоченные. Сказать, чтоб тупые, да боже упаси. Умницы, они на голос идут. И сами под окном стоят, зовут и все. А это вот явно, что они не знакомы с ситуацией. Явно, что... Ну, давай, поклюй зернышки. Поклюй зернышки, поклюй. А что? Ну, невкусные. Кукурузенька там. Кукурузенька. Там и семечки есть. Но семечки ему-то не очень важны. Кукурузка-то очень хороша. Хлебушком немножко угощу. Много хлеба никогда им не дается. Притом это хлеб какой-то бездрожжевой. Так что им можно. Но немножко. А когда они сидят, один из них сидит на яйцах, то они приходят и набирают хлебушка в зоб. И потом уже размоченный отдают тому, кто сидит на яичках, высиживает малышню. Вот так они по очереди иногда приходят покушать, а иногда просто-напросто, ну, хоть полюбопытствовать, полюбоваться на них. Хотелось бы, конечно. Конечно, хотелось бы полюбоваться. Так давно их не целую неделю никто не приходил. Целую неделю никто не приходил. Это они трусятся, чего-то боятся, чего-то опасаются. Иногда вот так с ними сидишь, посмотришь на небо. Они успокаиваются почему-то в это время. Никогда не замечала, чтобы по-другому не было. Зернышки клюют, видите? Давай, 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 спеши, 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 спеши. Зернышки-то это очень полезно. Конечно же, им нужно мясо. Им нужен белок. Они из-под земли выкапывают себе белок в виде кротов. Потом долбает его так, что не приведи Господь в фарш. Этим еще деток они своих удивляют, кормят. Да, они свои могут предложить это. Вы посмотрите, что делается с нашей Агалой. Ты посмотрите, она уже скоро будет 10 метров, а то и больше. Когда же она зацветет, она уже втыкается в небо своим цветком.
И в это время очень-очень грустно. Выбросивши этот вот ствол, она цветет, и это последние дни ее жизни. А над ней облака. Там какие-то крики, типа людские. А нет, 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 это скорая помощь. Скорая помощь у нас обычно приходит на вызов вместе с пожарной и вместе с полицией. И они все издают звук сирены. Вот вы его слышите. Ты посмотрите, какую активность мы проявляем. Все, всех отогнал, сам теперь будет. Что-то выбирает хлебушек. Знаком он с этим. Хлебушка даю совсем немножко. Я как-то пыталась им дать печеночку магазинскую куриную. Нет, они ее не едят. Мяско нет, не едят. Им только, наверное, живое, что ловят. Что-то под землей, когда они ищут этих кротов, они тут всю, весь участок перероют. Загадочные, задумчивые. Он выглядывает. Виноград вьется по этой девушке в предродовых схватках и смерти. Вот, смотрите, цветочки какие хорошие. Всю зиму цвели, вот сейчас уже весна кончается. Ну, собственно, весна в середине и кончается. Ну, вот такие цветут. А утки тупые там. Нет, тоже не подходит ничего. Ну так что такое? Никто тебя не гонит, никто тебя нет. Тебя угощают, как малыша маленького. Ты ведешь себя как хулиган. Малышка так боится, 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 боится. Его боится, и меня боится. Резких движений нельзя делать резких движений. Девушек собирает. Как-то так. Ты вообще стесняется. Что ты гоняешь, а? На каком основании ты их гоняешь? Ты их сам сюда привел и гоняешь? Вызывай, не взывай. Как хочется дождя. Травка вся высыхает. Дубы зеленые-призеленые. Ну и что? Что мы имеем? Что мы имеем? Собирает, наверное, какую-то... Собирает, наверное, какую-то живность. Живность собираешь или что? Да-да-да, какую-то живность собирает. Явно. Мясо хочет.